Привет! Перед вами погружной дренажный насос Makita PF0410. Модель подойдет для полива и перекачивания воды из подвальных помещений. Максимальный размер загрязнений 35 мм. В модели установлен асинхронный двигатель мощностью 400 Вт и максимальной производительностью 8400 литров в час. У насоса есть поплавковый выключатель. При низком уровне воды он автоматически отключает прибор и не дает ему работать в сухую. Насос поднимает воду с глубины до 5 метров. Функция автоматического выключения защищает двигатель от перегрузки. Минимальный уровень воды 40 мм. Двойное уплотнение на валу в масляной камере дает дополнительную защиту двигателя от воды и сухого хода. Корпус сделан из легкого ударопрочного пластика, и удобная рукоятка облегчает переноску насоса.